Бюджет Самары до 2026-го, как и годами ранее, сохраняет свою социальную направленность. Во время первого чтения финансового документа руководитель профильного департамента Оксана Данилова озвучила основные характеристики. Так, в 2024-м доходы составят 21 миллиард 651 миллион рублей, в 2025-м – 22 миллиарда 672 миллиона, и в 2026-м доходную часть оценили в 23 миллиарда 822 миллиона рублей. По основным характеристикам бюджета также хотела бы отметить, что доходы и расходы сформированы только за счет собственных средств. Средства вышестоящих бюджетов в настоящее время проектом бюджета не предусмотрены. Они будут учтены в процессе его исполнения по мере поступления подтверждающих документов. Во время обсуждения бюджета отдельно остановились на теме его пополнения из вышестоящих источников. Специалисты ожидают, что в 2024 году Самаре дополнительно выделят 96 миллионов рублей. Эти средства направят, например, на ремонт и строительство дорог, реконструкцию сетей дождевой канализации, закупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на ремонт одного из объектов культурного наследия после пожара – дома номер 60 по улице Красноармейской. После первого чтения главного финансового документа Самары парламентарии передали администрации города проект бюджета на доработку. Рассмотрят возможность выделить дополнительные средства на нужды горожан. Предложения депутатского корпуса сформированы с учетом постоянного взаимодействия с жителями города и традиционно отражают необходимость дальнейшего развития образовательных учреждений в части их ремонта и оснащения, благоустройства города, в том числе за счет ремонта пешеходных тротуаров, озеленения, устройства уличного освещения, очистки городских водоемов, ремонта муниципального жилищного фонда и так далее. После внесения всех изменений и предложений, которые прозвучали во время заседания Думы, проект бюджета пройдет второе чтение. Оно состоится в декабре. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.